Сейчас вы видите, как в Америке пьют кофе растворимый. Я люблю добавить сахар. Спросил, сколько стоит, говорят, бесплатно. Ай, мама мия. Надо бы водичку. Кафе пока растворимый, дома буду пить настоящий Starbucks. Надо быстренько помыть, я паузу сделаю паузу. Вот и все, мои дорогие. Вот так вот пьют кофе в американских больницах.